Итак, продолжаем делать с этой брони и инструменты. У нас уже есть это астральное серебро, кармат, кожа и золото. Продолжаем. Алмазы, это слишком жирно, ребят. Я до последнего буду это оттягивать. Так, ну вот, что я хотел. Прометей, глубокое железо, мифрил. Ауриклейс можно. Вполне. И платину. Вот, погнали. Бинг. Апфу, это же. Это плавить, это не наверх идти. Вот сюда все. Пам-пам-пам. Вот, пока это плавится, разберемся с платиной и ореклейсом. Платиной и ауриклейсом. Палок мало. Палок много. Фу, значит. Первым делом давайте броню. Платиновая броня. Охренеть. Нагрудник. Шлем. Поножи. Сапоги. Инструменты теперь. Кирка. Пока все. Вот сюда ее. Кирка у нас где? Да, здесь лежит. Пом, слиток. Пом. Дальше. Броня. Пом. Готово. Фу. Дальше, значит, инструменты. Топор. Меч. Лопата. Мотыга. Платиновая мотыга. Я охренею. Топор, лопата, мотыга и меч. Идем дальше. С платиной мы разобрались, еще 25 штук осталось. Золото тоже убираем, это тоже убираем. Дальше. Ауриклейс. То же самое. Нагрудник. Штаны. Ботинки. Каска. И инструменты. Вот так. Кирка, мотыга, лопата. Топор. Слиток есть, погнали. Пожалуй, мы его тут разместим. Бац, 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 бац. Слиток. Бац. Эй, а дай мне топор. Топор, кирка, лопата, мотыга. А, я меч не сделал. Ща. Всем что не забываю. Меч. Знакомый? У меня, кстати, такой же есть, но я сделал новый. Пофигу. Вот, смотрите уже сколько у нас ресурсов. Норм таг. К слову, тут, кстати, такой же второй сектор пойдет.
Так. О, нет. Это лишнее. Тут стекло. Вот. И давайте ставить броню. Как раз тюк, 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 тюк. Четыре есть. Ага. И проход дальше. Вот. И над башками факела. Готово. Вот уже еще одна комнатка есть. Хотя нет. Еще она не до конца есть, так скажем. Смотрите-ка, я неправильно сделал. Действительно. Это все нам нужно двигать. Потому что иначе не получится. Тогда получается. Так. 3, 4. Потом. Вот сюда стенд. Сюда эту хрень. И раз, два, три, четыре. Получается. Так, сейчас я еще раз удостоверюсь. Да, вот так правильнее. А то, что в той стороне, это мне придется переделать. Ничего страшного, это я без записи переделаю. Не так уж сложно. Фуф. Значит, нам осталось тут еще три сета. А, они у нас как раз плавятся. Уже даже закончили. Охренеть. И теперь. Значит, с реклессом мы закончили. Убираем, чтобы не мешался. Теперь давайте раздробим что-нибудь еще. Вот убраться или надо раздробить? Арихальк и адамантий. Вот. Спасибо. О, черт. Уйди. Ой, ты мне еще нужен просто. Такс. Ну вот, мифрил, значит. Давайте еще сложим что-нибудь в мой рюкзак. Там вот это. Вот это. Палки мне пригодятся. Блин, все какое-то нужное. Ладно, с этого рюкзака я положу. И поехали. И поехали. Мифрил нагрудник. Шлем. Это ботинки. Сразу же меч. В первую очередь. А чем если такие? Не это. Не потратились. Или что-то не понимаю. Ладно. Так. РК. Вот так вот. Отлично. А, ну да. Вот. И топор. Все. Такс. Сюда первым делом броню. Сюда
Один слиток. Сюда меч. А лопату я забыл. Или не забыл. Что-то хрень какая-то. Ладно, сделал лопату. По-моему, я ее делал, нет? Нет. Ладно. Это все очень странно. Вот, мифриловый сет готов. Дальше. Что у нас дальше? Мифрил откладываем. Хадервать можно. В принципе. Вот, нормально так. 12 еще к тем 27. Очень даже неплохо. А Рихард у нас, кстати, уже был. Адамантий вот. Вот Силенгил. Ха-ха. Это обосраться будет, если мы сейчас Силенгил сделаем. Это комбо Арихарк плюс платина. Так, значит, мифрил, все, закончили. Теперь давайте из глубокого железа рольку. Она прям так себе выглядит. Нам же нужно ее сделать. Потому что мы могем. Так, есть. Кирка, мотыга, лопата. Тыщ, тыщ, тыщ. Меч. Почему у меня опять два слитка? Тыщ. И топор. Тыщ, все. Погнали. Пам-пам-пам-пам. Меч. Слиток. Сейчас какая-то фигня с инвентарем. О, медаль. Так, кирка, лопата. Да, и мотыга. Все. И еще один сет готов. Дальше. Прометей. Бамс. 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 Инструменты. Чук-чук-чук. Бам-бам-бам. Меч. Стараюсь сделать все максимально быстро. Пам-пам-пам-пам. Топор. Тихо. Меч сюда. Топор сюда. Мотыгу сюда. Лопат сюда. Кирку сюда. Слиток сюда. Все, мы заполнили первый сектор. Немножко не так, как надо. Но заполнили. Потом я его чуть-чуть поменяю, что менять на записи это уже совсем издевательство. Так, давайте расставим пока полочки. Окей, сможем. Нормально. Нормально. Кстати, хоть я скажу, что это пожизненный запас стендов, но походу нам хватило этого лишь наполовину. Прометей готов. Вот Хадерод. Надо расплавить. Тогда давайте посчитаем, сколько нам вообще нужно. Значит, на сет брони нужно 24, правильно? Или 22, все время путаю. Нагрудник. Ботинки. Шлем.
Поножи. Итого 24. Теперь. Да, маловато. А теперь нормально. Так, 24 на броню. И еще. Кирка. Раз. Лопата 2. Так, 24 здесь. Значит, кирка, лопата. Это 4. Мотыга, меч. Это 4, 8. И топор. 8 плюс 3 сколько будет? Лол. 11, правильно? 24 плюс 11. 35. Попробуем. 38. Я переплавлю ровно 35. Надеюсь, нам этого хватит. Ой, тихо, нет. Ровно 35. Понял. И ходород еще тоже. Попутно. Интересно, что переплавится быстрее. Да ходород в любом быстрее. Или нет? 30. Как раз может сейчас 35 будет. 32. 33. 34. 35. Нормально. Погнали крафтить. По идее, нам должно на все хватить. Сок стырили. Итак. Нагрудник. Шлем. Ботинки. Поножи. Кирка. Мотыга, лопата. Топор. Меч. Да, 35 как раз. Ровно. Бэмс. А, 36. А не 35. 36, нам же еще слиток отдельно нужен. Поэтому 36. Все по 36. Все. Отлично. Так, давай слиток сразу туда сейчас помещу. Так, уже нужен портал не здесь. А, наверное, вот здесь. Вот так вот. Инструментики. Отдай. Мотыга. Кирка. Топор. Лопата. Hell yeah. Кладем обратно. Сколько я снимаю? Нормально, сейчас еще на Атларуса высоты хватит. Жук. Шапочка. Ботинки. Поножи. Кирка, мотыга, лопата.
меч, топор. И один слиток у нас еще остался. Пам-пам-пам-пам. Пам. Меч. Так, и поехали. Кирка. Ой, это моя кирка. Топор. Еще зимой топор. Или я какой топор положил? Вот. Так, вот лопата и мотыга. Все. Еще два есть. Теперь. Ларусом мы все. Мы все. И тогда увидимся в следующей серии.